Каскадеры. Как 23 спецназовца КГБ уничтожили 372 маджахеда в Афганистане. Уникальность оперативно-разведывательного боевого отряда КГБ СССР, действовавшего на территории Афганистана почти 4 года, состояла в том, что бойцы этого спецподразделения обладали особыми умениями и навыками, выделявшими их на общем фоне военнослужащих ограниченного контингента советской армии. Чем отличался отряд ветеран спецподразделения «Каскад» полковник запаса ФСБ России Сергей Смирнов говорил, что за речкой с середины 1980 года по апрель 1984 побывали пять таких отрядов, четыре из них имели название «Каскад» с соответствующими цифровыми индексами, а пятый минус «Омега». Все спецподразделения возглавляли бывшие офицеры внешней разведки КГБ. «Каскад», по словам Смирнова, был уникален тем, что больше всего соответствовал условиям ведения боев в Афганистане. Муджахейды практиковали тактику партизанских вылазок, и советский оперативно-разведывательный боевой отряд был подготовлен для действий именно в таких предлагаемых обстоятельствах. Каскадеры быстро осваивались на новом месте и в короткие сроки могли, сообразуясь с обстановкой, информировать не только о прошедших событиях, но и дать уверенные прогнозы развития оперативной ситуации. В каскаде особое внимание уделяли агентурной работе, и каждый каскадер мог добыть, обработать и передать полученную информацию. Спецназовцы были универсалами. У каскадеров имелось еще одно отличие от других подразделений, которое впоследствии переняли остальные спецназовцы. Они внешне старались не выделяться по статусу называли друг друга по именам. Починенные не отдавали честь старшим офицерам, на форме отсутствовали знаки различия и не было ничего блестящего, чтобы не привлекать внимание снайперов-маджахедов. Как они проводили агентурные акции первой серьезной операции с использованием агентов, внедрявшихся в среду маджахедов, для каскада стала акция, Поводом для которой послужила преступная халатность часового при охране авиабазы Кандагар. Срочник тогда по ошибке открыл неприцельный огонь по мнимому нарушителю, и автоматная очередь угодила в авиабомбу, подвешенную к штурмовику. От взрыва пострадало до десятка единиц советской и афганской боевой техники. Каскадеры решили использовать это чрезвычайное происшествие в своих целях. Они пустили слухи об уничтожении вертолетов и самолетов душманами. Маджахеды поверили и начали поиски тех, кто это сделал. Спецназовцы с помощью своих агентов устанавливали явки душманов, получали важную информацию об их планах. Таким образом Каскаду удалось выяснить, что маджахеды намереваются устроить теракт, взорвать бомбу в консульстве Индии. Когда туда должен был приехать Брежнев. Кроме того, Каскадеры выявили засланцев, душманов, проникших в охрану Бабрака Кармаля с целью его устранения, экстремистов уничтожили. Спецназовцами эффективно велась психологическая война, в результате которой удавалось ликвидировать не только лидеров бандформирований, но и сами отряды Маджахедов, к примеру. Таким образом был уничтожен один из самых жестоких полевых командиров Мир Рахим и его отряд. Это сделали сами же которых агенты Каскады накачали нужной информацией. Было распущено три вида слухов разного толка, Рахим бездарный главарь, воюет не во имя Аллаха, он старается, но пока не слишком получается, теряет в боях с Шурави слишком много бойцов. Его уважают как истового мусульманина, несмотря на то, что недавно большую часть отряда Рахима Шурави уничтожили. В итоге отряд Мирза Рахима перебили группы других маджахедов, а самого главаря убили родные тех, кто погиб, воюя под его началом. Боевые операции одним из самых известных боев Каскада было сражение группы из 23 бойцов и командиров спецподразделения с многократно превосходившим их по численности отрядом черных аистов, особого, элитного отряда муджахедов, воины которого проходили подготовку в пакистанских лагерях. Как вспоминал ветеран Каскада Андрей Дмитриенко, тогда, по агентурным данным, Каскадеры положили 372 аэста, а в их подразделении было двое убитых и 17 раненых, в книге «Оснас», от бригады особого назначения к вымпелу. 1941-1981 годы Описывается также уникальный в своем роде бой каскада, в результате которого у банды душманов был отбит Кандагар части советского ограниченного контингента и афганской армии в тот летний день 1982 года находились на большом расстоянии от этого крупного административного центра Афганистана. Отряд муджахедов значительно превосходил по численности команду Каскада-4. Тем не менее каскадеры сумели грамотно выстроить тактику и стратегию боя в городских условиях вытеснили душманов из центра Кандар. Они продержались до подхода основных сил, потеряв убитыми одного спецназовца, а ранеными 12 бойцов. Маджахеды же оставили на поле боя 45 убитых и 26 раненых. Особенность Каскада состояла в том, что советские спецназовцы умели не только малыми силами противостоять крупным соединениям душманов но использовать уникальные методы ведения разведки и психологического воздействия на противника.